Все началось с того, что когда мама водила меня в садик, и я постоянно брал какой-нибудь камень, бутылку, неважно, и до самого садика пинал ее. Мама злилась из-за этого, конечно, очень, типа то, что постоянно вот мне купит кроссовки, а у меня всегда носы счесаны у них. Когда я был маленький, мы с пацанами собирались, играли в футбол, ставили кирпичи, так и было, как ворота у нас. Как-то соседские мужики решили сделать нам подарок. Они сварили нам ворота из старых труб, купили какую-то рыбацкую сетку, повесили на эти ворота. Но так как район у нас не очень хороший, эти ворота на следующий день уже исчезли. Видимо, продали на металлолом. Днем мы с пацанами собираемся, играем в футбол на этой поляне, а вечером на этой же поляне наркоманы ищут закладки. Я благодарен футболу, то, что все хорошо у меня. Помню на матч сборной России, когда приезжал, это первый мой поход был на футбол. Сейчас я играю за родную команду в родных стенах, при родных болельщиках. Особые эмоции, когда ты играешь дома. Конечно, в чем-то мне повезло, потому что многие поколения воронежских игроков росли без поддержки клуба. Без молодежки всего этого у меня не было бы, потому что молодежка – это шанс, за который надо цепляться зубами. Узнают тебя, ты для них это что-то значит, они радуются, получают какие-то эмоции, просят сфотографироваться. Факел для меня – это что-то родное, связанное именно с городом. У нас такие традиции, такая история, я думаю, что мало у кого в России такое есть.